чем мы занимаемся? Производство бытовой техники. В 2009 году создан завод в Каневе по производству стиральных машин. На сегодня это предприятие, на котором работает более 200 человек, и выпускается продукция, бытовая техника под различными брендами. Это стиральные машины, полуавтомат трех моделей, это сушки для продуктов, это 5 чайников, это 4 тепловентилятора. И процесс этот непрерывный, миксер, то есть идет наращивание производства. В Черкасах в прошлом году открыт завод по производству бытовой техники КТД Групп. Это производство конвектора и духовки, две модели. В 2018 году будет наращиваться производство, выпускаться новые модели, два конвектора и две духовки, новые. Также летом 2018 года будет открыт завод холодильников. Что хочу сказать, что эти шаги были сделаны, и спасибо, что это все делается, но тем не менее, хотелось бы поддержки от страны. Например, для сравнения, для того, чтобы работал завод в Узбекистане, на подобную продукцию введена пошлина 120%, в Египет 60%. Если говорить, что это страны, допустим, не нашего уровня, можем сказать о Норвегии, о Словакии, где государство компенсирует на затраты на оборудование. То есть хотелось бы поддержки от государства. И этот шаг был сделан, законопроект 7206, «Купуй украинские, плати украинцам». Это первый шаг навстречу украинскому производителю. Поэтому я и наше производство поддерживаем законопроект 7206. «Купуй украинские, плати украинцам».